Информация о том, что на железной дороге завелись нечистые на руку машинисты, в линейный отдел внутренних дел на станции Оренбург поступила в начале года. После того, как все фигуранты были установлены, оперативники решили брать расхитителей с поличным. В заснеженном поле у станции Сырт устроили засаду. В ночное время уже суток, непосредственно во время хищения дизельного топлива с тепловоза, значит, данная группа была задержана. В нее входили также и лица, не работающие на железной дороге, арестован бензовоз, непосредственно на котором сливалось и перевозилось данное дистопливо на автозаправочной станции, где в дальнейшем это все незаконно реализовывалось. Преступной наживой этого налета стало более 5 тонн дизельного топлива. Спецоперация, как в хорошем детективе, не обошлась без погони. Пока шло задержание бензовоза, машинист решил удрать с места преступления прямо на поезде. Машинист успел дверь заблокировать, и сотрудникам не получилось проникнуть внутрь, чтобы задержать их на месте. Машинист принял решение и, игнорируя все знаки, выдвинулся в сторону Переволоцка, потащил за собой еще 29 вагонов. Переволоцкий гонщик на тепловозе был задержан. В расследовании этого дела оперативников впечатлили аппетиты злоумышленников. Разговор шел о десятках тонн именно в течение одной рабочей недели. То есть, при первоначальных подсчетах, примерно прибыль данной группы в течение месяца составляла там сотни тысяч рублей. Уголовное дело еще не закрыто. Не исключено, что круг его фигурантов увеличится. По статье 158 Уголовного кодекса расхитителям дизельного топлива грозит до 10 лет лишения свободы.